видеоролики, фотоальбомы, истории любви. Конкурсный жюри оценивает работы претендентов на звание «Семья года». Работы очень интересные. Мы как бы больше познаем жителей нашего города, чем живут люди, чем люди увлекаются. Всего на победу в конкурсе претендуют 22 участника. В номинации «Золотая семья Югры» заявились Морковкины. Юбилей их супружеской жизни в ЗАГСе телерадиокомпания «Юганск» снимала в начале этого года. Я пошел в дом офицеров. Ну и увидел девушку. Понравился и все. 3 дня и мы с ней. Я улетел в Новочеркасск, она осталась в Саратове, а потом студотряд, и все это закрутилось. А потом поехали на комсомольскую молодежную стройку. Трудовая династия, многодетная, аборигенная, молодая семья. Больше всего заявок в древо жизни. Семья Пластининых дошла в своих поисках до 13-го колена. Их предок Кирилл Пластинин родился в 1600 году. Представляете, сколько они проделали работы, там 20-летний труд, прям всю жизнь они этим занимаются. Это очень интересно, достойно уважения и ценно, что дети, внуки, они знают эту информацию и помогают, хранят ее, чтят своих предков. Конкурсной комиссии предстоит определить лучшую семью в 6 номинациях. Победители муниципального уровня будут защищать честь Нефтеюганска уже на окружном этапе, который пройдет в феврале в Ханты-Мансийске. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».